Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас снова, как вы поняли, распаковка. Распаковка от нашего любимого Василька. Мне пришел вот такой вот огромный просто мешок. Давно я не получала от Василька в мешках. Всегда получала в маленьком пакете, а в этот раз в мешке пришло. Сейчас мы с вами распечатаем и посмотрим, что там. На Васильке всегда большое обновление, а в Инстаграм у них очень часто проходят конкурсы. Поэтому проходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на них. И вы сможете тогда участвовать в конкурсах от Василька в Инстаграм. Я ссылочки обязательно на все соцсети, какие у меня есть, оставлю. Потому что у них много всего интересного. Но давайте я прям так буду доставать и показывать, что же тут. Здесь у нас просто на резинке размер 90-200 на 20, такая вот голубенького цвета. Это бязь, хлопок 100%, много раз просто не брала, уже говорила, что буду каждый заказ заказывать что-нибудь постельное, поэтому взяла опять просто на резиночке. Прайс-лист. Еще одна, ребята, просто на резинке, но уже розового цвета. Я потом распечатаю, обязательно вам покажу, какие рисунки здесь будут. Так, дальше. Первое, что попалось, футболка мужская, пальмы, зеленая. Размер 50. Но это, по-моему, папе заказывали. Прошу извинения за шум, просто тут у меня дети стоят рядышком и ждут, когда же мама распакует. Вот такая вот футболочка. Это я заказывала мужу, он просил, сказал, светлое мне не надо, давай мне темные. Вот футболку такой 50 размер. Пальмочка, это вот здесь рисунок, но потом поближе я вам покажу, нарисовано. В целом 50 размер, футболка для мужа. Кстати, классная, мягкая на ощупь. Следующее, что я достаю. Костюм мужской 50 размера. Тоже муж заказал, хотя он сказал, я такое носить не буду, но мы его заставим. Он потому что, как он сказал, клетка, это как будто в больнице лежишь в каком-нибудь отделении. Знаете, как раньше, по-моему, в инфекционном отделении давали костюмы в клеточку. И вот здесь штаны тоже получаются вот в такую клеточку. И сама футболка. Вот такая вот футболка, темно-синяя. Мне кажется, ему должно понравиться. Но он сказал, что я такое одевать не буду. Но померяет, посмотрим, скажу, как оно ему. В целом, футболка отличная. Брюки смотрим. Теперь брюки. Спереди есть два кармана. Брюки хорошие. Легенькие, тоненькие. В целом, резиночка. Ну, посмотрим, померяет, посмотрим. Скажем, как и что. Дальше, что у нас дальше здесь? Это я заказывала для Оксаны. Туника, размер 128. Это по совету моей подписчицы, мы с ней общались, ей понравилась расцветка. Говорит, твоей Оксане подойдет. Я говорю, ну ладно, давай. Хлопок 100%. Давай попробуем закажем. Вот такая вот, ребята, туника, цветная, яркая, красивая. Сегодня померяет и покажем, как и что там. Обязательно. Ну, туничка мне очень даже понравилась. Следующее. Я даже не буду заглядывать, ребят, что я достаю. Так, хлопок костюм 140. Это, по-моему, Маши. Это Маши костюм. Так, костюм Маши с шортиками на лето. Вот такие вот шортики с кокосиками. Кокосы ведь? Да, да, кокосики. Сижу и думаю, кокосы или нет. И вот такая вот белая футболка. Ну, мне кажется, она коротковатая. Ну, по идее, сейчас все так носят коротковатые. 140 ростовочка. Обязательно сегодня Машенька померяет. Тут такой кокосик красивый. Вблизи потом обязательно я вам покажу. Вот такой вот костюм для Маши пришел. Следующее. Не заглядываю, ребят. Носки мужские. Хлопок 41-47. Расцветки разные. Короткие в этот раз заказала. Сейчас лето. Коротенькие. Вот, пожалуйста, носочки разные. Ну, все вы знаете. Носки хорошие. Тоненькие. На лето взяла опять.
Дальше, опять носки. А, это уже носки я заказала для Ванечки. У него, потому что носочков мало. А тут я увидела, что у них первый раз появились один ножницы. Две ножницы больше. И увидела, что появились носки для мальчика. Обычные, без рисунков. И я заказала вот такие вот носочки. Ванечки будут теперь в садик, да что везде. Но пока мы в садик не ходим, но потом понадобится. В целом. Дальше. Что ж там есть в мешке-то дальше? Опять носки мужские, уже с длинной резиночкой идут. Сейчас откроем, посмотрим. Пошуршу немножко. Кому не нравится шуршание, уберите звук. Ну, носки обычные, хлопок 100%, а не, хлопок 10%, бамбук 85%, 5 эластан, размер 42-48. Расцветки тоже есть разные, и темненькие, и есть вот одни вот такие вот серенькие. Дальше смотрим, что там есть. Ой, аж две вещи достала, ну ладно. Трусы мужские 46-48. Одни достану, покажу. Вот такие вот мужские трусы. Две штуки в упаковке, кстати. Трусы брала, всегда хорошие. Так, а вторые 48-50. Это, по-моему, Илье. Такие я брала. Или Егору. Ну, там посмотрят. Кому подойдут. Кому подойдут, тут и возьмет себе. Ну, или Егор у нас любит однотонные, а я ему пофиг, какие одевать. Напишите, какие вы носите. Обязательно. Так, костюм. Не написано, какой размер. Ростовка 140. По-моему, это Кати уже брали. А, Кати кокос? Нет, кокос Маши. Вот. Такие вот шортики. И вот такая вот футболочка, тоже коротенькая, с собачкой. Это для Кати. А кокос был Маша. Так, дальше смотрим, что есть тут. Ой, что-то я вытянула. Трусы обычные, по-моему, семейные, да. Уберите вами. Так, трусы обычные, семейные. Вот такие вот. Заказывала уже, мужу понравились. Он только такие, потому что носит. Расцветки разные в этот раз. Взяла две штуки. Тоже примерно посмотрим. Но видео, конечно, я это, ребят, не покажу. Но потом в следующем как-нибудь ролике обязательно скажу. Но я до этого брала, ему понравились, они на нем были хорошо. Дальше смотрим. Платье для девочки на 6 лет, 116 сантиметров. Это я заказывала для Мариночки. Платьишко я поначалу выбирала желтый цвет, но желтый быстро очень разобрали, поэтому я взяла красненькие. Вот такое вот красненькое платьишко. Здесь нарисована ракетка с мячиком. И вот такая вот красота. Обязательно померяем сегодня и скажу потом, как и что. Ребят, тут еще, если честно, очень много распаковывать. Дальше. А тут что-то аж несколько. Это штаны, по-моему. Сейчас распечатаем, посмотрим, что здесь. Потому что здесь очень много вещей, видите, вот так. Ну, первое, это Ванечки трусики. Одни только, по-моему, заказала я. Что-то в этот раз мало заказала. Дальше потом смотрим костюм на 4 годика для Ванюши. Это вот такая вот кофточка. И к ним идут вот такие вот удлиненные шортики. Это костюмчик. Сегодня у нас сыночка примерит. И посмотрим, как и что. Приношу извинения за то, что вы видите, сзади там головы прыгают. Просто девочки бегают тудым-сюдым. Дальше заказала я Оксане кофту. Еще одна у нее кофта, как вы видели, все такие. И вот такую вот я заказала кофту с сердечком. И здесь вот такая вот ажурная красивая вставочка. Потом на Оксане все мы это посмотрим. Все такое ажурное, такое красивое. И вот отдельно кофточку еще заказала. Дальше смотрим, ребята. Так, ну вот эту вот я распаковывать не буду, но скажу, тут женские трусы размер 52.
Дальше смотрим. Бриджи женские, слип черные, 42 размер. Это я заказывала в Свете, чтобы она ходила дома в них. Для дома. Я не знаю, может она еще, конечно, куда будет ходить, но они вот такие вот коротенькие. По бокам тут идет полоска такая белая. Ну, ничего, нормально. Обязательно сегодня померяет она и посмотрим, как и что будет на ней смотреться. Дальше, ребята, смотрим. Платье Эмили черное, 42 размер. Такое, кажется. Смотрели мы на Васильке очень много платьев. Очень много нам понравилось. Ну, вот выбрали вот это вот платье. Свете оно больше почему-то понравилось. Ну, хотя не мой фасон. Ну, вот такое вот платьишко, ребят, черное. Снизу тут надпись идет на платье. И сверху как корона нарисована. На шее здесь идет замочек. Можно расстегивать и ходить там. Снизу немножко идет расклешонка. Как и юбочка идет. И обязательно потом померяет Света сегодня. И мы посмотрим, как оно будет на ней смотреться. Дальше, ребята, дальше. Там еще много всего. Приношу извинения за шум. Просто там, видите, Ваня уже торчит. Ваню видно хорошо. Так, ну, сейчас лето. Сейчас детки дома. Без детей, но никак не распакуешь. Носки мужские. Еще одна пара. Так как у меня три мужчины, у меня разные носки для мужчин. Ну, Ваня маленький мужчина, мне дети подсказывают, 4. Я говорю, ну, Ваня маленький мужчина. Ну, для Вани я тоже, по идее, заказала. Как вы знаете, у меня дети шопоголики по носкам. Им нравятся какие-то новые модели носочков. И они тут увидали на Васильке. Они очень часто проглядывают с телефона Василю. И увидали на Васильке красивые носочки. Ваня, иди, пожалуйста, поиграй. Вот такие вот, как это называется? Симпсоны. Симпсоны, да, вот один Симпсон, второй Симпсон, третий Симпсон, ой, господи, четвертый Симпсон и пятый Симпсон. Ну, вот факт то, что, ну, вы поняли, что у меня дети по носкам уже шопоголики, кто-то их так уже назвал. Поэтому вот так вот. И последнее, что я достану отсюда вам, это, ребята, плед. Плед я заказывала для Маши на койку. Постепенно хочу всем пледов поменять с темных на светлые. Не хочу темные, потому что дома темно от этого становится. Вот такой вот плед мы заказали, светленький, такой мягенький. Василий, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Если кошка одобрит, значит плед будет хороший. Сейчас посмотрим, как она будет. Да, Васька? Смотри, какой Вася плед. Мягкий, теплый, красивый. Кошке понравился. Вот такой вот плед. Размер у него, сейчас я скажу, какой точно. Кошка прям в камеру смотрит. Дети довольны от этого. Покрывало плюш размер 150 на 200 и всего 764 рубля, ребята. Но очень мягко, очень нежно и светло. Я постепенно детям всем куплю светлые пледы. Так что вот так вот. Вот такой вот был заказ. Если интересно, оставайтесь. Сейчас у нас будет большая интересная примерка. Так, друзья, Катя одела костюм. Вот такой вот шорты. Ну, в принципе, сильно завысила Катя. И футболочка. Тебе самой нравится? Повернись. На лето, ребят, самое то. Вот такой вот костюм, поворачивайся. И вот такой вот рисуночек. Классный собакен у нее тут. Нравится костюм. Так, ребят, носочки. Так, тут уберем. Вот, смотрите, Симпсоны. Очень красивые. По качеству резинка, ребят, вообще... Тугая, хорошая, поэтому могу рекомендовать. Вот такая красота. Так, Маша, руки не делай так. Костюмчик на Маше, кокосовые шортики.
Так, сама футболочка, рисуночек. Давай покажем вот этот вот красивый рисуночек, классный. Поворачивайся, мышонок. Вот такие шортики. Тут киса у нас тоже на примерку пришла пледа. Но в целом поворачивайся. Тебе самой нравится, Маша? Да. Да, нравится, довольная. Будем еще такие смотреть, заказывать. Да. Ребят, вот такой вот рисунок на пледе, очень нежный, вообще мне нравится, и он очень и очень мягкий. Так, Оксана померила тунику в целом по длине по колено. Расцветка красивая, поворачивайся. Вот так вот, поворачивайся. Тебе самой нравится? Да. Ну, красивая, яркая на лето, самое то. Встань прямо. Все. Так, дорогие друзья, Мариночка померила платьишко. Давай сначала рисунок я на двоем платьишке покажу. Вот такая вот ракетка у нее туда. В целом, по длине чуть выше колена. А так хорошо платьишко. Мариночка, тебе нравится платьишко? Да. Поворачивайся спинкой. Ну, тут волосы ей помешают показать. Но я сейчас вот так вот волосы ее науберу. И вот так вот в целом платьишко будет. Поворачивайся. Будешь в нем в садик ходить? Да. Да? Ну все. Так, дорогие друзья, Оксана померила кофточку. В целом кофточка хорошо. Повернись боком. Боком, боком. Вот такие вот ажурные. Смотрите, они приклеенные, пришиты. Просто, видите, вот такие ажурные каемочки. Поворачивайся передом. Тебе, Оксаночка, сама нравится кофточка? Да. Яркая, красивая, да? Ну, вот очень красивая кофточка. Со штанишками она очень штаны одела, со штанами очень хорошо. Так, Света одела платье. Покажи замочек. Замочек расстегивается. Можно расстегнуть, ходить, можно застегнуть. Спереди рисунок корона. Надпись снизу идет и расклешена в поясе. Да, у тебя покажи немного. Ну, немного, да, широковато, но, по сути, это такой фасон. Сзади повернись. Сзади все просто, расклешонка до колена, кстати, да? Ну, нет, спереди чуть выше колена, а сзади подлиннее немного. А так, в целом, тебе платье само нравится? Да. Да, платье нравится. Сейчас померим лосины. Так, дорогие друзья, Свете лосины оказались маленькие. Катя померила. Повернись боком. Вот так вот, задом. Лосины, в принципе, хорошо. В самое то, вот сейчас бегать, они не сильно длинные, не сильно короткие, их самые классные. Поэтому проходите по ссылке в описании и смотрите, заказывайте. Там очень большой выбор. Вы сможете выбрать из 1000 товаров то, что вам понравится. Ссылочки все оставлю в описании. Подписывайтесь на Инстаграм, там у них очень часто проходят розыгрыши. Всем желаю приятных покупок.